Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация в Республике характеризуется выявленными, по данным Роспотребнадзора Республики, 146 новыми случаями коронавирусной инфекции. При этом необходимо обратить внимание, что в столице нашей республики выявлено 45 случаев, однако высокие показатели выявления и, соответственно, и вирусоносительства зарегистрированы в таких районах, как Мирнинский район, 25 случаев, Алданский, 16, Мегино-Кангаласский, 9 и Татинский, 7. От 1 до 6 случаев зарегистрировано в 14 районах республики. Сегодня, говоря о и характеризуя ситуацию, санитарно-эпидемиологическую ситуацию в районах, необходимо обратить внимание на то, что и этот вопрос сегодня заострил на оперативном штабе с руководителем оперативных штабов районов глава Республики Саха-Якутия, что коронавирус никуда не ушел. И ограничительные меры, которые существуют, и тот контроль, который должны осуществлять главы муниципальных образований, сегодня как никогда актуализирован. Так, ситуация, которая возникла в Эвено-Бытантайском Улусе, говорит о том, что в небольшой населенный пункт приехали, соответственно, студенты, которые должны были быть отслежены для того, чтобы в том числе принять меры для самоизоляции. Тем не менее, в результате их приезда возникла ситуация, которая повлекла и распространение коронавируса в одном из отдаленных населенных пунктов Эвено-Бытантайского Улуса. Эти ситуации показывают еще раз тот факт, что от глав муниципальных образований, руководителей оперативных штабов зависит текущая ситуация санитарно-эпидемиологическая на территории республики. Лаборатории Роспотребнадзора и Министерства здравоохранения Республики продолжают проводить соответствующие исследования на новую коронавирусную инфекцию. За прошедшие сутки было проведено 2051 исследование. И республика перешла через границу 900 844 тестов на новую коронавирусную инфекцию. Это количество, которое всего с начала пандемии тестов было сделано на территории республики. Достаточно четко и по строго определенному плану на территории республики начата вакцинация против коронавирусной инфекции. На 21 ноября 2021 года в республику поступило 27 292 дозы вакцины. И сегодня уже у нас провакцинировано по данным портала и занесены в портал Министерства здравоохранения России по штрих-кодам 3483 человека. Вакцинация сейчас происходит у нас, соответственно, во всех поликлинических звеньях и, соответственно, в количественном выражении граждан, которые провакцинированы, их уже сегодня увеличивается и изменяется. Соответственно, основную цифру, которую мы сегодня будем давать, это цифра занесенных в портал по штрих-кодам от вакцины, которая, соответственно, является маркированной на территории всей Российской Федерации. Вакцина активно проводится в городе Якутске и в 13 районах. Во все остальные районы республики сегодня вакцина направляется. В зависимости от погодных условий она поступит и в поликлиники по месту нахождения граждан наших районов, в том числе в арктических, северных. Распределение вакцины сегодня, об этом глава республики также обратил внимание, будет зависеть от скорости и, соответственно, желания населения эту вакцину получать. Соответственно, у нас сегодня уже есть районы-лидеры, которые использовали всю свою вакцину. Им будет направлена вакцина для того, чтобы дальше продолжать вакцинирование населения. Уважаемые жители Республики Саха-Якутия, действительно массовая вакцинация от новой коронавирусной инфекции ставит перед нами прежде всего выбор заботы о своем здоровье. Поэтому еще раз призываю всех прийти и провакцинироваться.